вкусные елочки из слоеного теста с шоколадной начинкой. Понадобится слоеное тесто и шоколадный творог-крем. Слоеное тесто у меня 275 грамм, 24 на 40. И вот такой творог шоколадный Филадельфия. Тесто нужно разделить на две части. Из каждой части вырезаем форму елочки. И перекладываю на бумагу для запекания. Одну сторону елочки нужно промазать этим шоколадным кремом. И 0,5 сантиметра от края оставляем без начинки. Сверху ложим вторую половину елочки. И слегка придавливаем края, чтобы они прилипли, чтобы во время запекания они не расходились. И делаем надрезы, не доходя до самого центра елочки. И потом каждую веточку свернуть по спирали. По желанию елочку можно промазать яйцом. И ставим елочку в разогретую духовку 180 градусов на 12-15 минут. Режим конвекция. Ориентируйтесь по вашим духовкам. А половинки, которые были по бокам, нужно их вместе приклеить. Очень хорошо придавливать, чтобы во время запекания они не расходились. Вот так получилось в обе стороны. Из них я сделала вторую елочку. Оставляю елочку, чтобы она остыла. Я украсила елочки сахарно-цветной глазурью из тюбиков. Но если у вас нету, можно самим сделать сахарную глазурь из сахарной пудры.